Приветствую всех! Сегодня я хочу приготовить брускетту итальянскую, самую настоящую, с помидорами, базиликом, чесночком, немножко черного перца. Вау, что такое брускетта, может быть, многие из вас не знают. Это типа по-русски бутерброд, но бутерброд это у нас всегда что-то там с мясом, с колбасой, с сыром. Это, ну, для итальянцев тяжеловатая пища. А брускетта это бутерброд с овощами. Так вот положить на зубок, слегка вот утолить голод, чтобы быть готовым, ну, к чему-то более серьезному. Начинаем с хлеба. Режем на кусочки сантиметра полтора, не тоньше. Помидор кубиками. И зелень у меня кориандр. Чеснок тоже очень мелко. Сковородку разогрели, масло не наливаем, делаем тосты. Жарим хорошенько с двух сторон. Убираем тосты, не моем сковородку, зачем нам лишнее делать движение. Нальем прямо сюда маслице и добавим наши помидоры с зеленью и чесноком. Тушим буквально минуту-две, не больше, иначе будет все совсем вареное. Мы просто не хрустели помидоры, а чуть-чуть стали помягче. Посолили, ну не должна быть переснятия. И винного уксуса. С ним вот прям будет мака. Выпариваем его в огонь на максимум. И все. Хлеб с двух сторон, тосты точнее, мы натрем чесноком и выложим нашу начинку. Выкладываем ниже лечи, прям горячую. Смотрите, аж дымок идет. А запах, ребята, это нечто. Элементарно, за 1-2 минуты вот готовы такие замечательные брускетты. Их можно еще сверху присыпать черным молотым перцем. Смотрите, это очень красиво. Это обалденный аромат чесночка, зелени, помидор. В общем, я думаю, что итальянцы, они весьма не глупые люди. Они готовят шикарнейшие блюда из вообще простых каких-то вещей. Пробуйте, всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кушайте вот такую вот вкуснятину, заходите, будем готовить с вами дальше. Всем пока!